Сейчас вас посмотрит скорая. Сейчас мы вас достанем. Скорая на месте, вас посмотрит. Сегодня днем жители многоэтажки по улице Неманской в Минске услышали крики о помощи из мусоропровода. Прибывшие по вызову спасатели МЧС выяснили. Внутри стены дома в санитарном канале на уровне 6-го этажа находится мужчина. Еще более удивительная история стала, когда пленник технического сооружения рассказал, что спустился аж с 9-го этажа. Как занесло его в канал мусоропровода? Оказалось, выбрасывая мусор, он уронил ключи. Достать решил сам, а бесстрашие обеспечил принятый у приятеля в гостях алкоголь. Все, носилки быстро ему! Ключи нашлись, а вот выбраться назад уже не получилось. Неизвестно, сколько бы бутылок и склянок высыпалось на его нетрезвую голову, не приди на помощь бойцы МЧС. Пришлось расширить спасительное отверстие в мусоропроводе. С травмами тазовых костей и головы 24-летнего мусорного диггера госпитализировали.